Павел Игоревич, сегодня мы вас пригласили к нам в ГИБДД. То есть расскажу всем, что Павел Игоревич, участник дорожного движения, то есть в феврале месяце ехал в город Красноярск по трассе М-53 в районе Уяра. То есть увидел, что автомобиль, попавший в ДТП, то есть загорелся. Павел Игоревич, то есть остановился. Помог двум людям, которые не могли самостоятельно выбраться из автомобиля, то есть эвакуировал их с автомобиля, с горящего, то есть проявив тем самым мужество и благородность. То есть. И мы собрались сегодня по этому поводу, то есть хотим поздравить вас от лица госавтоинспекции Красноярского края, от лица ГИБДД Ербейского района, то есть за проявленное мужество и героизм. Спасибо. Также хотим вручить вам ценный подарок, то есть, который необходим каждому автомобилисту. Благодарим вас.